вспомнить стихом Дениса Давыдова. Герой Отечественной войны 1812 года. Лихого гусара. Я написала тебе следующее напутствие. Пусть образ лихого гусара, поэта, героя войны, с его искрометной славой наставником будет твоим. Читаю стихотворение Алексея, называется «Менделеев». Довольно дурные привычки, я уверен, вы знали о них. Нет, вижу совсем не таблички, а какой-то жизненный стих. По буквам читаю я снова, говорю себе, не забудь, ведь это планета всех основа. Не забудь хоть тему и суть. Я не гений, как ты, Менделеев, на плечах не та голова. Опять просыпаюсь, посеяв золотые мысли, слова. По-новому все повторится, и разбудит утром тоска. Уж лучше бы снилась таблица элементов вашей доска.